все поворачивает вместе. Салют. Турчик китайский. Фокус в том, что он снял с него понижающую шестерня, и он в принципе просто ускорен только за счет этого. Вот скорость силы потерял. Скорость увеличилась, а силы потерял. Двери открываются. Выключу. Батарейка крона. 9 вольт. Движок поворота тут. Находится. Када микромотор. Вообще болтается так. Что там притязается? Там положено. И сохраняю. Все, чужой. Все. Можно только отдать. Простейший багги, что особенного, совершенно достаточно красиво. Вот степеры, чтобы от удара предохранять. Ух, силы требуется. Вот так вот достает до степеров. Передние амортизаторы. Чем примитивнее, тем лучше. В каком принципе это все строилось. Что дальше на разбор? Снизу посмотрите. Ох. Так, пусть не хватило. Тут вообще от крана центральную часть использовал. Вот. Нижняя часть. Сначала передается там на другую шестерню. Там. Это механизм передачи. Подключение. Потом стой на эту. И сюда. Ну, тут специально сделано так, чтобы 12 зубцовую передавала. А потом 28. То есть 2 четверти раза. Такая машинка простая.